Привет, друзья! Мир кино очень неравнодушен к произведениям гиперпопулярного и очень плодовитого американского создателя ужасов Стивена Кинга. По его книгам снято более 100 фильмов, сериалов и короткометражек. Вот 15 лучших фильмов, снятых по его историям. Я составил эту подборку для вас на основе зрительских рейтингов Кинопоиска и кинопортала IMDb. Конечно, с учетом степени свежести от критиков американского сервиса «Гнилые помидоры» в оригинале Rotten Tomatoes. Вы на канале Movie Tops – лучшие фильмы и сериалы. Открывает наш список «Кошачий глаз» – комедийный ужастик 85 года по сценарию самого Кинга. Некоторые считают эту эффектную, хоть и заведомо глупую антологию с шикарным звездным составом весьма недооцененной. В этом фильме бродячий кот пытается найти маленькую девочку, которую ему суждено спасти от неизвестной угрозы. По пути он сталкивается с совершенно разными людьми, у каждого из которых своя пугающая и запутанная история. Там и доктор, ставящий эксперименты над курильщиками, и бандит, который готовится совершить жестокую расправу над любовником своей жены. В фильме объединены три рассказа. Корпорация «Бросайте курить» и «Карниз» из сборника «Ночная смена», а также «Генерал», написан специально для этого фильма. Интересный факт. На студии распорядились вырезать из фильма пролог, в котором объяснялись побудительные мотивы кота, посчитав это вступление слишком глупым. В результате многие зрители так и не поняли, что объединяет эти три истории. А вы и поняли, друзья? Напишите об этом в комментариях. Интересно отметить, что в «Карнизе» герой Креснер просматривает журнал «Пентхаус» за июль 76 года. Именно в этом выпуске впервые был опубликован рассказ «Карниз» Стивена Кинга. Следом идет легендарный «Бегущий человек» с молодым Шварценеггером в главной роли. Фантастический боевик, снятый по одноименному рассказу Кинга, повествует о смертельном реалити-шоу будущего. Шоу очень популярно среди жителей Америки, которое превратилось в полувоенное государство. Участниками шоу становятся невинные жертвы, не имеющие ни единого шанса на выживание. Среди них оказывается и полицейский Бен Ричардс, оказавшийся расстреливать безоружную толпу голодных людей. Теперь вместе с другими бедолагами он вынужден участвовать в безумной гонке со смертью, в ходе которой он должен сразиться с непобедимыми монстрами профессором Крио, бензопилой, шаровой молнией и Динамо, а в финале отомстите самому хозяину этого шоу. Кстати, интересный факт. Танцевальные номера для девушек из шоу в этом фильме ставила никто иная, как популярная певица и танцовщица тех времен Пола Абдул. А Арнольд Шварценеггер в этой картине, как и во многих других, также произносит свою коронную фразу. I'll be back. Известно, что сам Стивен Кинг остался не вполне доволен этим фильмом и запретил ставить в титрах свое имя, а вместо него использовал псевдоним Ричард Бахман, под которым и написал рассказ. На 13-м месте мистический ужас, снятый по одноименному роману нашего короля хоррора. Слоган этого фильма 83-го года буквально гласит в переводе на русский язык. Ее зовут Кристина. Ее классические формы вызывают восхищение. Она соблазняет 17-летнего Арни Каннингема и делает его своим слугой. У нее нет и не может быть соперниц, ибо она их всех убивает. Она требует беспрекословного подчинения. Она – машина. Чтобы сохранить свою жизнь, юноша должен полностью посвятить ее жестокой Кристине. История роскошной красной автомашины полна страшных тайн. Все ее предыдущие хозяева погибли, и юный Ромео должен стать очередной жертвой ненасытной Джульетты. Пара интересных фактов об этой картине. Популярность Стивена Кинга в тот момент была настолько высокой, что фильм вышел в прокат даже раньше, чем была опубликована его книга. К слову, роль Кристины исполняли на самом деле сразу две модели одной и той же марки – Plymouth Fury и Plymouth Belvedere 58 года выпуска, внешне мало отличимые друг от друга и закупленные в большом количестве для съемок. Для создания эффекта самовосстановления машины использовались гидравлические помпы. Они сжимались, засасывая внутрь части корпуса автомобиля. Съемка этого процесса в фильме была прокручена в обратном направлении, создавая впечатление, что машина спонтанно восстанавливает свою форму. Очаровательный фантастический триллер «Мгла» 2007 года был снят по повести Кинга 80 года под названием «Туман». Кстати, не запутайтесь, в 17 году вышел одноименный сериал, сценарий которого также написал Стивен Кинг. Что думаете, какая экранизация лучше, фильм или сериал?
Повествование ведется о группе обычных людей, которые застряли в супермаркете, когда на город опустился непроглядный туман. Они должны вступить в неравный бой с монстрами, обитающими в этом тумане. Критики отметили впечатляющую работу режиссера Фрэнка Дарабонта, а также присутствие в сценарии изрядно политического контекста, что сделало «Мглу» по-настоящему страшным испытанием для зрителей. Кстати, режиссер поначалу хотел сделать фильм черно-белым, в итоге остановились на цветном. Хотя действие самой повести происходит в штате Мэн, фильм снимался в Луизиане. При этом, говорят, Кинг при его просмотре этот факт не отследил никак. Хотя в романе «Чудовище» были описаны всего пару строк, для режиссера было важно создать незабываемых своим дизайном чудовищ. Поэтому тщательным образом была изучена история жанра, чтобы избежать любых повторений и сходства. В итоге чудища действительно получились уникальными, и перед съемками их показали актерам, тем, чтобы они монстрам попривыкли и могли наиболее достоверно сыграть свою реакцию на них. Потрясающий триллер ужасов 14.08 был снят по одноименному рассказу Кинга в 2007 году. В картине известный писатель Майк Энслин, автор романа в жанре хоррор, пишет свою новую книгу о полтергейсте в гостиницах. Он не верит в существование загробной жизни и смело стелится в печально известном номере 14.08 отеля «Дельфин», который пустует многие годы, поскольку считается, что там обитают привидения. Невзирая на все предупреждения, упрямый писатель настаивает на своем, даже не предполагая, каким кошмаром обернется для него предстоящая ночь. Критики отметили игру Джона Кьюсака в главной роли, а также тот факт, что несмотря на отсутствие в фильме явного насилия и крови, из него получился по-настоящему жуткий триллер, главным образом за счет психологического напряжения. Известно, что в своем рассказе Стивен Кинг вдохновлялся историей настоящего парапсихолога Кристофера Чейкона, который описал свое исследование номера «Одержимого духами» в отеле «Дель Коронадо» в штате Калифорния. Стоит отметить, что фраза героя фильма «Зло банально», сказал кто-то из великих умов, является отсылкой к известной книге «Банальность зла» Эйхман в Иерусалиме немецкой публицистки Ханны Аренд о громком уголовном процессе над нацистским преступником, которого судили в Израиле в 1961 году. Верхнюю десятку открывает фильм «Доктор Сон» по одноименному роману Кинга, опубликованному в 2013 году. В триллере фигурирует Дэнни Торренс, тот самый мальчик со сверхспособностями, который пережил кошмарный сезон в отеле «Оверлук», где стал свидетелем того, как сходит с ума и гибнет его отец. Дэн, который, повзрослев, вел жизнь отщепенца-алкоголика, решил завязать с выпивкой и даже устроился на работу в дом престарелых. Там он точно определяет, кому из постояльцев подошла очередь покинуть этот мир, за что и получил прозвище «Доктор Сон». Однажды с ним на связь выходит сияющая девочка Абра. Ей вскоре понадобится помощь Дэна в противостоянии с членами тайной организации, которая охотится за особенными детьми. Кстати, известно, что, как и его персонаж, Юэн МакГрегор также является алкоголиком в завязке. В картине множество отсылок к фильму «Сияние», о котором я расскажу чуть позже. Так, например, Дэнни Ллойд, сыгравший Дэнни Торренса, появляется в роли зрителя в синей кепке во время бейсбольного матча. А номер дома Абре 1980 – это год выхода на экраны фильма «Сияние». Кроме того, в сцене, где больничный кот прыгает на стол, Дэн рассматривает тот самый январский выпуск журнала Playgirl Magazine за 78 год, который Джек Торренс читает в холле отеля Overlook в день его закрытия на зимний период. Ну вот мы и дошли до фильма «Оно», опять же снятого по одноименному роману Кинга 86 года. В городке Дерри, штат Мэн, начинают пропадать дети. Несколько ребят сталкиваются со своими величайшими подростковыми страхами, среди которых не только хулиганы, но и нечто похуже, а именно злобный клоун Пеннивайз, чья жестокость и список жертв уходят далеко вглубь веков. По мнению критиков, это действительно дьявольски пугающий и хорошо сыгранный фильм, с берущей за душу историей, еще более усиливает ужас произведения Стивена Кинга, при этом не теряя связи с ее основной идеей. Известно, что первоначально фильм должен был снимать Гэри Фукунага, которого мы знаем по сериалам «Алиенист» и «Настоящий детектив». Однако он покинул проект из-за несогласия с бюджетными ограничениями. Кроме того, сюжет, с которым собирался работать Фукунага,
содержал такие откровенные сцены с участием детей, что родители нескольких юных актеров отозвали разрешение им сниматься. Руководство студии попросило его переписать сценарий, но он отказался. Кстати, клоуна Пеннивайза играет Билл Скарсгард, рост которого составляет 192 сантиметра. Известно, что он долго и тщательно готовился, чтобы исполнить свою роль идеально и тем самым отдать дань уважения Тому Карри, который сыграл Пеннивайза в мини-сериале 90-го года. Конечно, я не мог обойти вниманием экранизацию романа Кинга «Мертвая зона», снятую великим Дэвидом Кроненбергом за 3 года до своей знаменитой «Мухи». «Мертвая зона» – история мужчины, который после несчастного случая обнаружил в себе выдающиеся психофизические способности. Он пытается найти свое место в этом мире, используя свой необычный дар на пользу людям. И чем отвечают ему эти неблагодарные? Увидите в фильме. Критики сказали, что «Мертвая зона» сочетает в себе четкое видение Дэвида Кроненберга и богатую актерскую игру Кристофера Уокена, что выливается одной из самых сильных адаптаций для экрана ужасов Стивена Кинга. Кстати, сцена, в которой Джонни Смит видит себя лежащим в пылающей спальне, снималась без применения комбинированных съемок. Актер Кристофер Уокен действительно находился посреди реального огня. Еще один интересный факт. Чтобы вздрагивания Джонни Смита в моменты видений выглядели естественными и внезапными, режиссер Дэвид Кроненберг, стоя рядом с камерой, в нужные моменты палил из пистолета «Магнум», заряженного, разумеется, холостыми патронами. Это была идея самого Кристофера Уокена. Обратите внимание, что стихи, которые Джонни Смит читает в самом начале фильма, это финал легендарного стихотворения Эдгара Аллана По «Ворон». Далее по списку у нас Долорес Клейборн, криминальная драма 95 года, снятая по одноименному роману Кинга, в котором он находит страшное в обыденных вещах и обходится без потусторонних ужасов. Всю жизнь Долорес проработала в роскошном доме Веры Донован, самой богатой жительницы небольшого американского острова. Она всю жизнь безвыездно прожила на острове, ее супруг, алкаш и драчун, умер в результате несчастного случая много лет назад, а дочка Селина ее не навещала уже 15 лет. Тем не менее, в одночасье Селина срывается и мчится к матери, узнав, что Вера Донован мертва. Местный детектив Джон Мэкки уже который год точит зуб на Долорес. Он не верит в случайную смерть ее мужа. К тому же выясняется, что Вера оставила завещание в пользу Долорес. Критики отметили игру Кэти Бейт, назвав ее отличным проводником идеи Кинга. Известно, что создавая свой роман, Король Ужаса изначально писал образ за главной героини именно под нее, поскольку Кэти Бейт произвела на него неизгладимое впечатление на съемках фильма «Мизери», вышедшем на экраны за пару лет до этого. Кстати, кинокомпания Castle Rock Entertainment, выпустившая фильм, названа в честь того самого Castle Rock, штат Мэн, вымышленного городка, где живут герои многих книг Стивена Кинга. Мистическая драма «Кэрри» знаменитого режиссера Брайана де Пальмы вышла на экраны в далеком 76-м году, однако и по сей день она считается одной из лучших экранизаций Стивена Кинга. Робкую и доверчивую Кэрри третируют и обижают в школе и дома. От природы добрая девушка, она становится замкнутой и мрачной. В то же время она открывает в себе странные и страшные силы, а сверстники готовят очередную изощренную злую шутку над Кэрри, даже не подозревая, чем это для них закончится. Критики назвали Кэрри ужасающим взглядом на сверхъестественные силы, на школьную жестокость и на подростковые страхи, и пришли к консенсусу, что сцена выпускного вечера в этом фильме – одна из самых запоминающихся и тревожных сцен подобного рода в истории кино. Неплохая оценка, правда? Тем более, что это вообще первая экранизация Стивена Кинга. Стоит отметить, что название школы «Бейтс Хай» – это отсылка к имени Нормана Бейтса, героя романа Роберта Блоха «Психоз», по которому Альфред Хичкок поставил легендарный триллер «Психо», вышедший на экране в 60-м году. Кроме того, в саундтреке Кэрри несколько раз использован короткий скрипичный фрагмент из классической музыки Бернарда Хермана, написанной к фильму «Психо». Интересно отметить также, что свиная кровь, вылитая на Сиси Спейсек, это на самом деле подкрашенный пищевыми красителями сироп. Нашу пятерку лучших открывает невероятный драматический триллер «Мизери», снятый по одноименному роману Кинга 87 года. Писатель Пол Шелдон не помнит сильного снегопада, из-за которого он разбился на своей машине где-то в горах.
Он также не помнит, как его нашла и спасла от неминуемой смерти некая женщина. Все, что он помнит, это лишь то, как он проснулся в доме Энни Уилкс, яркой поклонницы его романов, которая не желает расставаться со своим любимым автором. Именно на съемках этого фильма король ужаса так впечатлился образом Кэти Бейтс, что написал под нее роман Долорес Клейборн. Ее игру также выделили и критики, отметившие в том числе и выдающееся исполнение главной роли Джеймсом Кааном. Известно, что на главную роль в фильме приглашали Джека Николсона, но он отказался, так как не был уверен, что хочет играть еще в одной экранизации Кинга «После сияния». Кстати, Кэти Бейтс за роль в этом фильме получила Оскара и Золотой глобус в 1991 году. Кто знает, случилось ли бы это на самом деле, если бы из фильма по настоянию режиссера не была вырезана сцена, где она убивает газонокосилкой молодого полицейского. Бейтс была очень этим разочарована, но режиссер опасался, что публика будет над ней смеяться из-за этой сцены. Наверное, стоит также отметить, что хотя в фильме Энни Уилкс перебивает обе ноги Полу Шелдону молотом, в книге Стивена Кинга она их попросту отсекает топором. Это изменение оригинального материала было сделано по просьбе режиссера Роба Райнера, хотя сценарист был категорически против. Ну и, наконец, «Сияние» великого Стэнли Кубрика, снятое по одноименному роману Кинга 1977 года. Считается, что это совершенно нетипичный фильм для Кубрика, до этого создавшего «Заводной апельсин» и «Космическую одиссею» 2001 года. Вокруг этой картины циркулируют самые разные теории заговора, одна из которых, например, гласит, что Кубрик зашифровал в этом драматическом триллере не что иное, как доказательство того, что американские астронавты не высаживались на Луне в 1969 году. На самом деле их прилунение было как будто бы снято самим Кубриком в засекреченном павильоне НАСА. Ну да, бог с ними, с этими теориями. Именно невероятный Джек Николсон играет писателя Джека Торренса, страдающего, как и сам Кинг, надо отметить, застарелым алкоголизмом. С своей женой и сыном Дэнни он приезжает в элегантный отель далеко в горах, чтобы провести там ночь в качестве смотрителя на время мертвого сезона. Торренс здесь раньше никогда не бывал. Однако, как говорится, в реальности все совсем не так, как на самом деле. Конечно, фильм очень неоднозначен и противоречив, чего стоит только номинация в 81 году на «Золотую малину» как самого Кубрика в качестве худшего режиссера года, так и Шелли Дювал за худшую женскую роль. И недаром, чтобы добиться от нее нужного результата, Стэнли Кубрик перед началом съемок потребовал от всей съемочной группы, чтобы никто на съемках ей не симпатизировал и не говорил комплименты. А сам он докапывался до любых мелочей в ее актерской игре, постоянно поддерживая ее во взвинченном состоянии. Тем не менее, несмотря на множество негативных рецензий в год выхода фильма на экраны, на сегодняшний день «Сияние», по мнению многих критиков, считается одним из лучших фильмов в жанре хоррор. Пришло время для тройки лучших. Для многих это может стать неожиданностью, но третье место в этой подборке лучших экранизаций Стивена Кинга заняла драма 1986 года, снятая по его рассказу «Тело». Тем не менее, высочайшие оценки зрителей и критиков невозможно проигнорировать. Последние единодушны. «Останься со мной» — это мудрый и странный ностальгический фильм, в котором запечатлены как голос самого Стивена Кинга, так и универсальные испытания, с которыми сталкивается любой во время своего взросления. Лето 59 года в городе Касл-Рок. Четверо верных друзей, 12-летний Горди, Крис, Тедди и Верн, узнав о местонахождении тела пропавшего несколько назад и, вероятно, погибшего местного мальчика, отправляются в лес на его поиски. На своем пути они многое узнают о себе, о значении дружбы и о необходимости всеми силами отстаивать то, что они считают правильным. В фильме мы можем увидеть совсем молодых Джона Кьюсака и Кифера Сазерленда, которым во время съемок было по 20 лет. Картину изначально должен был снимать Эдриан Лайн, но из-за того, что он не успевал завершить свои легендарные 9,5 недель с Микки Рурком, он был вынужден отдать проект Робу Райнеру, который, кстати, через 4 года также снимет фильм «Мизери», открывший нашу пятерку лучших. Кстати, интересно отметить такую мистическую деталь. В фильме мальчишки скидываются, и выясняется, что денег у них в общей сложности $2.37. Известно, что число 237 неоднократно встречается в произведениях Кинга. Как думаете, что оно означает?
Эта мистическая драма, снятая по одноименному роману Кинга 96 года, особенно близка российской аудитории. Рейтинг зрителей на Кинопоиске поднялся выше отметки в 9 баллов из 10. Это второй фильм режиссера и сценариста Фрэнка Дарабонта, снятый по Стивену Кингу. Дело происходит в 1935 году в штате Луизиана. Пол Эджкомб работает начальником блока смертников в тюрьме «Холодная гора», каждый из узников которого однажды проходит зеленую милю по пути к месту своей казни. Пол повидал много заключенных и надзирателей за время своей работы, но гигант Джон Коффи, обвиненный в убийстве двух девочек, оказался самым необычным обитателем блока, к тому же обладающим целительными силами. Он излечивает Пола от цистита, тем самым вернув ему способность к половой жизни. Известно, что Майкл Кларк Дункан, игравший Коффи, очень смущался из-за того, что ему нужно схватить за пах Тома Хэнкса в сцене, когда Коффи исцеляет инфекцию Эджкомба. Чтобы преодолеть смущение Дункана, Хэнкс положил в штаны пустую бутылку. Кстати, английские инициалы Джона Коффи, JC, как писал сам Кинг, соответствуют же инициалам Иисуса Христа, по-английски Jesus Christ. Интересно отметить, что электрический стул, задействованный в картине, был сделан по оригинальным чертежам, действительно применявшегося для казни допотопного электрического стула, известного под названием Old Sparky, что можно перевести на русский примерно как «старый искромет». Стивен Кинг, пытаясь прочувствовать, что испытывали приговоренные к смертной казни, однажды попросил привязать себя к этому стулу. По его словам, ощущения были не из самых приятных. И венчает нашу пятнашку лучших экранизаций Стивена Кинга, конечно, «Побег из Шоушенка», снятый по повести 82 года, которая называлась «Рита Хейворд и спасение из Шоушенка». Это действительно тот самый беспрецедентный случай, когда мнения зрителей и критиков практически совпадают. Действие картины происходит в конце 40-х годов прошлого века в штате Мэн. Суд приговаривает Энди Дюфрейна, вице-президента крупного банка, двум пожизненным срокам за предумышленное убийство собственной жены и ее любовника. Энди не признает свою вину, потому что он не помнит, что было в ночь убийства, поскольку был пьян. Оказавшись в одной из самых мрачных тюрем Новой Англии под названием Шоушенк, Энди сталкивается с невероятной жестокостью и беззаконием. Первую же ночь после его прибытия в тюрьму начальник охраны забивает насмерть одного из прибывших вместе с ним заключенных. Слово довольно актуально для современной России, не правда ли, друзья? Тем не менее, Дюфрейн в отличном исполнении Тима Робинса оказывается милый камшит. Живой ум и добрая душа позволяют ему найти особый подход как к самим заключенным, так и к охранникам. Он сближается с заключенным по кличке Ред, который может достать что угодно. Благодаря своим связям в тюрьме и на воле он организует доставку разных товаров в тюрьму. Интересно отметить, что такую же кличку Ред носит и похожий персонаж сериала Netflix 2013 года «Оранжевый хит сезона» русская заключенная Галина Резникова, которая верховодит на кухне женской тюрьмы. Но вернемся к Шоушенку. Картина получила 7 номинаций на премию «Оскар» в 1995 году, но, к сожалению, не выиграла ни одной. Лучшим фильмом тогда был назван «Форрест Гамп», а лучшим актером – Том Хэнкс. Кстати, тогда «Оскар» завоевала и картина нашего Никиты Михалкова «Утомленные солнцем». Режиссером «Побега из Шоушенка» выступил Фрэнк Дарабонт, который через 5 лет снимет еще один шедевр по Кингу под названием «Зеленая миля», а еще через 8 – «Мглу». Все эти три фильма, благодаря высочайшим оценкам зрителей и критиков, попали в эту нашу подборку. Кстати, родители Фрэнка бежали из Венгрии после подавленной советскими танками революции 1956 года. Вместе с семьей, еще ребенком, он попал в Лос-Анджелес и учился в Голливудской средней школе. Ну а мы закончили, дамы и господа. Огромная благодарность за просмотр этого видео. Поделитесь своими мыслями в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Movie Tops. Лучшие фильмы и сериалы. За сим прощаюсь. До следующего ролика.